высоко в горах Кавказа, где всегда сияет солнце, где озера, как сапфиры, в темной зелени долин, где деревьев ветви тяжелеют от плодов, где в садах царит пьянящий аромат цветов, жил народ свободный, гордый. Но пришло однажды горе в эти дивные долины. Царь жестокий и коварный из-за гор восточных захватил наш край чудесный. Много дней с тех пор минуло, вновь в горах сияет солнце, вновь народ живет свободно, а времени жестоком сохранилась только сказка. Ты ее теперь послушай. Однажды царь, который теперь правил нашей страной, приказал созвать во дворец мастеровых людей, ткачей, портных, вышивальщиков. Когда они собрались, он вышел к ним. Беседа. А, нет, кубок крепкого вина. Нет, нет и нет. Одеяло. Одеяло. Что укрывает нас от зноя? А что укрывает нас? Что? Что? Это, одеяло. Правильно, одеяло. Скажу коротко. Человек без одеяла... Что конь без седла? Спасибо, спасибо. Так вот, кто сошьет одеяло точно по нашему царскому росту, получит награду, руку нашей дочери. Огнеглазый, прекрасный, как заря. Рачий. Рачий. Да. И полцарства в придачу, но тот, кто принесет слишком длинное или слишком короткое одеяло, станет нашим рабом. Мастера, наше царское слово дороже золота и крепче алмаза. Мы все сказали. Мастера принялись за работу. Одни из них стегали одеяло на вате и на пуху. Мягкие и теплые, как шерсть горной козы. Другие ткали одеяло из сверкающих шелковых нитей. Легкие, как облако. Третьи, растянув на пяльцах бархат, вышивали по нему золотом и серебром тончайшие узоры. Они украшали одеяло яркими кистями, обшивали мехом и подбивали парчой. Окончив работу, они шли в царский дворец. Ну, показывай, что принес раб. Я не раб. Я свободный мастер. Ой, показывай, еще не раб, но будешь им. Не буду. Гляди, царь. Ну, красивое одеяло, красивое, очень красивое, да. Но придется ли оно мне по росту? Если царю приносили длинное одеяло, он нарочно накрывался им не вдоль, а поперек. Я же сказал, раб, гляди, твое куцое одеяло не покрывает даже моих ног. В кандалы его. В кандалы! Следующий!
Взгляни, о царь, в центре одеяла выткано солнце, а по углам луна и звезды. Солнце, луна, звезды. А придется ли оно мне по росту? Если же царю приносили короткое одеяло, то он сжимался в комок. О, негодный раб! Ох, я задыхаюсь. О, ты что, одеяло на великаны? Видишь, я тону в его складках. В кандалы! В подземелье! Следующий. Тысячи несчастных, проклиная судьбу, становились рабами жестокого царя. Закованные в цепи, они работали день и ночь в глубине горных пещер, не видя солнца и не зная отдыха. Но мудрость и доброе сердце побеждают жестокость. Жил в нашей стране старый портной. Он тоже собрался к царю. О, отец, что ты задумал? Не оставляй меня сиротой. Клянусь папахой, я проучу этого нечестивого царя. Отец, ну ты же не шил никакого одеяла. Я возьму свое одеяло и посмотрю, придется ли оно ему по росту. Собери мне еды в дорогу. Где моя палка? С моей хромой ногой без нее далеко не уйти. Не плачь, дочь моя, я вернусь. Отец. Мне не нужна спесивая царевна. Я хочу освободить несчастных. О, отец мой, пусть путь твой будет легким. Я буду ждать тебя у порога нашего дома. Благодарю тебя. Я пошел. Где светит солнце и гуляют тучи, на вершине высоченной скалы ястребиным гнездом высился замок царя. Портной смело подошел к железным воротам, которые вели в замок. Ты погляди на этого хромого безумца! Ему захотелось взять шоны цари. Да царь и глядеть не станет на твои лохмотья, которые ты принял. На что ты надеешься? Я надеюсь на своего верного помощника, с которым не расстаюсь много лет. Пропустите меня. Не задерживайте меня. А мы не станем тебя задерживать, а сами отведем. И посмеялся над него. Ну, пошли. Они привели его к царю. Царь взглянул на портного и поморщился, потому что тот был стар, худ и хром. От такого работника большой прибыли не будет. На кругом слуги. Мои верные визири. Не могу ли я при них нарушить слово? Эй, ты, раб! Покажи свой товар. Гляди, царь, но не ослепни. О! Хвалился и шаг конем стать, да уши помешали. Ну, что ты смеешься, а? Что ты смеешься надо мной? Самые искусные мастера не сумели шить одеяло по моему росту. А ты, нищий оборванец, что принес? Не было бы ишака, пришлось бы коню возить на себе хворост. Примерь, царь, мое одеяло. И пусть я потеряю папаху, если оно не придется тебе в пору. Словно по мерке. Эй! Слуги, накройте меня этой ветошью, которую этот урод осмеливается называть
одеялом. Слуги в один миг накинули на царя одеяло, и оно покрыло его с головы до ног. Но царь тотчас перевернул одеяло поперек, и все увидели, что царские ноги в алых бархатных туфлях торчат наружу. Вот так. А теперь наденьте на этого безумца собачий ошейник и посадите его на цепь посреди двора. Пусть он по ночам пугает лаем летучих мышей. Умный человек смеяться после всех. И он поднял свою суковатую палку и ударил царя по ногам. И царь мигом спрятал ноги под одеяло. Тысяча девов! Казнить его! Повесить! Утопить! Спалить на костре! О, нет, царь, ты отдашь мне в жены твою дочь. Одеяло-то пришлось тебе точно по росту. А я слышал, что твое царское слово дороже золота крепче алмаза. Кто обманул сегодня, тому не поверят завтра. Ну, ты прав, старик. Мое слово дороже золота, крепче алмаза. Я отдам тебе полцарства и царевну Рачи. Но только в том случае, если ты... Отец, ты же царь! Ну, доченька, ну... Неужели я должна стать его женой? Ну, доченька... Не губи меня, умоляю тебя! Уведите ее, ну... Уведите, ну не твое дело. Как? Я решил, так и будет, тихо. Но ты, старик, поклянешься, что никто не узнает, что ты ударил меня. Зачем? Зачем ты придумал это ужасное условие? Разве мало тебе? Мало тебе завоеванных земель? Ты захватил эту страну, а тебе все мало? Пощади меня! В чем виновата я, если тебе всего мало? Уберите ее, слуги, уберите ее! Лучше умереть! Проклинаю тебя, отец! Дочка, пусть моя несчастная судьба падет на твою голову! Проклинаю день, когда я родилась на свет! Ну, замолчи! Проклинаю! Ну, родной, ну, замолчи! Ну, замолчи! Послушай, старик, может быть, как-нибудь, а? Да. Старик! Я умоляю вас! Умоляю! Старый человек! Вы не можете быть таким бессердечным, как мой отец. Ну, дочка, ну... Пощадите меня! Пощадите! У вас, может быть, тоже есть дочь? Ну, пощадите! А может ли царь изменить своему слову? Может, может, может. Дочка, ну, дома для посторонних. Ну, а ты хотел бы поставить другое условие, говори. И если я смогу его исполнить, то я... Ну, ты же знаешь царское слово, оно дороже... Знаю, знаю, царь. Твое слово дороже золота, крепче алмаза. Только не знаю, примешь ли ты мое условие, царь. Примет, примет. Ну, говори, не тяни. О, тысяча девов, ну... Царь, я не достоин даже глядеть на твою дочь, царственную Рачию. Я был бы счастлив, если бы ее мужем стал красивый юноша. И ты, царь, радовался бы внукам. Я прошу о малом. Взамен Рачии отдай мне и вторую половину царства. Отдай, отдай. Которая не принадлежит тебе. Покинь нашу страну. Покинь, покинь. Ты колеблешься? Неужели счастье твоей дочери не стоит половины царства? Ой, стоит. О, отец. Доченька, ну хорошо, ну хорошо.
пусть будет так. Ой. Ты победил меня, старик. Мы покинем пределы вашей страны, но выполнишь ли ты клятву, которую дал мне? Какую клятву? Что никогда и никому не расскажешь, что ударил меня. Клянусь до смерти молчать. Но промолчат ли твои слуги? Это мое дело. Ну, прощай, старик. Прощай. Прощай, ясноглазая рачая. Да пошлет Аллах тебе достойного мужа. Через день жестокий царь со всем войском ушел из нашей страны. Вышли на волю все, кто томился в подземельях. А старый портной отправился домой, где на пороге дома его ждала дочь. Много дней с тех пор минуло, вновь в горах сияет солнце, вновь живет народ свободно, и о времени жестоком сохранилось только